И всем привет, с вами Русиксон Нищий. Всем нищикам, ну и богачам привет. Сегодня расскажу о монетке, которую я купил. Еще раз напомню, почему я ее купил. И о моих планах, в общем-то, ее докупки, покупки, перекупки, да. Вот мы видим мой адрес, да, там, вот он адрес публичный. То есть все видно, да, что это мои монетки. Это Дебанк. А вот у меня монетки Omnicat на $766. Каким образом это происходит? Давайте вообще скажу, что было. Я вот сегодня купил ее на $160. Докупил. То есть, да, у меня ее было там $500. 600, я купил еще на 160. Вот так вот. Работаем дальше. Теперь я скажу, почему я вообще вот это сделал. То есть, опа, давайте прямо так и загуглим, да? CoinMarketCap. Заходим. У нас что такое вообще Omnicat? Это монета. Определенно. Ну, пока я забыл вообще, что я купил, давайте, вы можете подписаться на мой ТГ-канал, там я, допустим, практически сразу говорю, что я купил, допустим, вот эту монету. И там просто я какие-то мысли пишу, там, фотки выкладываю. То есть, ну, зайдите в ТГ, чтобы не потеряться, понимаете, в чем я? Вот, Omnicat. Мы нажимаем, и вообще, посмотрим, что это за монета такая, пиши, я забыл немножко. То есть, это, видите, Omnicat, это... The first omnichain meme coin powered by Layer Zero. То есть эта надпись, она крутая. Такой надписи нету ни у одной монеты. То есть это первый мем коин на Layer Zero. И как вы знаете, Layer Zero, ну и типа, и кто-то не знает, что такое Layer Zero. Это типы, которые собрали там 300 лямов баксов, которые скоро выйдут. Но это считай как новая монета, которая капец какая крутая. А вот эта монета, которая первая, которая построена на капец какой крутой монете. Ну, если простым языком. Так, сейчас я налью сок. Вы можете пока написать в комментариях, вообще вы врубаетесь, в чем я? Ну, все нормально? Объясняю, как бы. Вы врубаетесь? То есть, или что-то исправить? Согласны ли вы со мной? Или, допустим, вы можете сказать, что Omnicat это full scam? Ну, допустим, объективно сказать, почему. Я, конечно, может, чуть-чуть предвзят. Потому что можно это иметь в виду, потому что, ну, я холдер этой монеты. То есть, и, как сказать, я могу ошибаться. Я, знаете что, оно может упасть в ноль, я скажу, ну ладно, я был нищим, останусь нищим, типа, окей. То есть, я не боюсь проиграть, я боюсь не играть, понимаете, в чем я? И давайте посмотрим, сколько, почему, блин, тут рубли, что я за нищук, надо все время доллары ставьте, пацаны. Типа, рубли это, ну, нищие только так делают, да? Рыночная капитализация $20 миллионов. Вы угораете? Вы угораете? Вы угораете? Вы угораете? 20 лямов баксов. То есть 10 иксов отсюда это всего лишь 200 лямов баксов. Как будто 10 иксов это было бы сладко. Я бы вот фиксанул на 10 иксах как будто. 10 иксов было бы офигенно. Вот, да, то есть примерно цели я вам сказал. И знаете, это как идея. То есть, ну, я сказал уже все вводные, там, вот эта надпись, первая монетка, там, само Layer Zero, маленькая цена, да, смотрим, цена 20 лямов баксов. Она, короче, либо до нуля укатывается, либо до верха, да? То есть, и, как будто, знаете, когда есть хорошая идея, нет смысла искать другую хорошую идею. Это, знаете, как, мне нравятся фисташки, я прям их люблю, да? Я могу купить 50 грамм фисташек, и еще начать искать в магазе, да, что мне еще нравится. Какие-то еще другие орешки. А начерта мне нужны другие орешки. Я лучше куплю 200 грамм фисташек. Просто побольше фисташек. Вот об этом и смысл. Я поэтому хочу все свободные деньги свои вкидывать в Omnicat. То есть либо до нуля она уходит, либо она уходит мне в плюс. И поэтому подписывайтесь, я потом еще расскажу, почему у меня монеты S на канале. Это все будет. Пацаны, подпишитесь, поставьте лайк. Напишите, как вам вообще, по приколу вот так вот. Слушать меня, как я вам объясняю. Я сейчас с вами просто вот поговорю. И по сути, это логично. Я мог, типа, гений, да, там. Кто-то скажет, о, мне кэт, какой-то скам, там, 20 лямов баксов. Можно купить просто биток. Или там эфир, или еще какую-то шнягу, да. У меня 700 баксов, пацаны. Если биток дает x2, я получаю нищий $1400. Просто нищий. Это нормально? Это при том, типа, хрен знает когда. Я... Что?
типа ради 2 иксов. То есть это то же самое со всем эфириум, другие монеты. Это прикол, это прикольно, когда даже там кто-то скажет, 1400 баксов нормально. Ну просто я хочу либо до верха, либо до нуля, понимаете, о чем я? И... То есть каждый выбирает свою стратегию. Допустим, что там можно в долгу положить, да, действительно там покупать в долгу биток эфир, это нормально. Но я скорее хочу перестать быть нищим как можно быстрее. И всем нищикам пока, всем богачам пока, подписывайтесь, ставьте лайки, приходите в мой ТГ-канал, также заходите в Блум по ссылочке. Это там типа бесплатная штучка, ты тыкаешь и получаешь монеты. Ну короче, отбанится тема, посмотришь в моем ТГ или ссылки в описании.